Именно отсюда в Твери. Почему не в Смоленске? На что вы надеетесь? Ну, в Смоленске... То есть пристрастность, наверное. Да, в Смоленске у нас шансов, скорее всего, вообще не было. Мы сегодня с утра вышли из гостиницы, увидели, что уже тут дедушка Ионный, заслуженный, уже опять с ним приехал сюда, то есть и здесь мы уже, наверное, шансы теряем. Почему вы считаете, что вы теряете шансы? Ну, потому что уже что-то начинается с утра непонятное. Ну, то есть вы считаете, что справедливости все равно не будет, так как у него есть связи? Будем надеяться, что другая область может как-то забояться судьи там, что-то. А с одной стороны, это тоже, что они друг за друга все. Тем более, уже поддержка приехала, поэтому не знаю, что ожидать. Посмотрим. А вот ваша жизнь как изменилась после этого инцидента? Ну, может быть, по работе? Уже большой период времени прошел, уже как-то смирился более-менее с этим, то есть... Поначалу, да, переживал сильно из-за такой вот несправедливости. Ну, сейчас уже смирился. Ну, вот вы вот год спустя уже, год, наверное, да, прошел примерно? Вы, ну, считаете, что вы правы или в чем-то все-таки вы были неправы? Ну, это право однозначно. А вот поведение вот этого высокопоставленного нашего парня смоленского, поведение его, конечно, не знаю, как можно оправдать. Ну, все поддерживают его на точку зрения. Нашу только МВД поддерживает. А вас поддерживает кто вообще? Из сотрудников полиции? Ну, руководство? Наше руководство, да, за нас. Это единственная хорошая, позитивная тема. Ну, давление какое-то испытываете? Или испытывали после того, как все это произошло? На вас пытались как-то оказывать давление, нет? Не, ну, давление такого прямого никакого не оказывает, но со стороны прокуратуры на наш отдел ГАИ много всяких там запросов стало приходить, 3 раза больше, чем обычно, и в основном вот наши все фамилии все проверяют. А, то есть вашу деятельность именно, да, проверяют? Ну, да, теперь уже как-то взялись из ГАИ конкретно. Именно, да, прокуратура. А вы сейчас находитесь под подпиской или как? Мер пресечения? Нет, сейчас у нас не отстраняли, ничего нам дают работать. Обязательство явки. Обязательство явки, да? Да. Мы надеялись, мы не с малыми усилиями перенесли с нашей области сюда в суд, думали, что все будет, ну, примут хотя бы решение, может, нашу сторону, потому что нашу сторону вообще там не слушали в Смоленске, для нас только все в одном направлении. Ну, сегодня с утра, как я уже говорил, увидели во дворе гостиницы Ионова дедушку, который там выше матери где-то даже стоит, ну, и поняли, что уже сюда, да. Лучше после судебного заседания все комментарии дать. Ну, понятно. Хотелось бы просто спросить, почему именно такой иск, почему именно 980 тысяч рублей, насколько я понимаю, да? Извините, все комментарии после. Попал, да? Скажите, насколько я понял, вот... Я же сказал, извините, все комментарии после судебного. После судебного заседания будет, да? Спасибо. Адвокаты? Здравствуйте. Сюда. А представители прокуратуры? Туда.